чего лезешь? Шерсть цепляется, как лазит. Сейчас лафа кончилась. Родила? Да не дородила. То ли это единственный вариант был. Заяц, русак. Оп. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Сегодня хотелось бы пройтись немного по новостям. Ну, немного как чего-то как-то произошло. Поэтому мы и расскажем, ну, чуть-чуть, соответственно, и покажем. Так. Первым делом, самолеты. Как вы знаете, у нас козы опять прогрызли тоннель, портал. Сейчас быстренько его заделаем. И пойдем по новостям. Тут еще кое-что надо сделать. Ну, сейчас, в принципе, ребят, по порядку. Вот он, портал. Чё лезешь? Сейчас заделаем. Тут той дырки, ну вот, с ладонь. Шерсть зацепляется, как лазит. Ой, сейчас мы это вот так вот легким движением руки, и портала не будет. Нюська, ты уже тут. Сейчас мы тебе закроем портал, чтобы детишки твои не лазили. То не наглые, дерзкие, резкие. Вали отсюда, Нюська. Все, уходи. Опа. Опа, все. Опа. Болты. Вот этот черный, он даже оттуда, с самого края, но вот здесь стенник у нас будет, разгоняется и сюда в стену бьется, прыгает. Ну, пытался пробить, пока не прогрызли эту дырку. Но сейчас лафа кончилась. Будет, наверное, опять пытаться делать новые странные отверстия для маленьких жучков. Сейчас дальше по новостям, ребят, расскажем. Самая главная новость, ребят, ну и, наверное, не самая радостная. Это родила у нас крольчиха, которую к Лехе на соленое озеро возили. Но родила... Да не дородила. Короче, залез крольчатник. Они все крольчата раскиданы по клетке. Все мертвые. 5 штучек было. Не удалось. То есть теперь большой-большой вопрос. Ну вот она сидит, гадость. Или что-то ее напугало. Или просто плохая мамка. Гадость такая. Вроде большая, крупная. Ну, хороший вариант. Дело в том, бывает, просто можно напугать крольчиху, она тогда раскидывает, ну, помет свой, перестает кормить, она даже пуха не нарвала. Обидно, досадно, ну ладно. То есть вот это второй помет у нас получился, ну, кроличий, и как-то он получился неудачный. Сейчас дальше, ребят, еще одна фишка. Вот эти орлы как-то прихожу, один из этих орлов сидит в кормушке вот тут. То есть вот до сюда у нас мелкая сетка не пролезет, а выше крупная. И то ли они на чашку стали, ну, перевернули, встали, залезли. Теперь я даже не знаю, то ли заделать кормушку, но вниз они не спрыгнут, лишь бы коты не утянули. Фу. То ли это единственный вариант был. Ну так вот совпало, что тарелка именно туда подвинулась. И он с тарелки залез. Беснуются. Сейчас воды вам дам. Пьют как оглашенные. Их еще банда, толпа. По-хорошему туда-сюда. И надо их на две части делить. Ну уже тесновато. Сейчас им дадим водицы ключевой. Хай попьют. А ну, сыкуны вы мои, сыкуны, пейте. Оба. Девчонки. Ну, с такой бандой, надеюсь, что-то получится. Даже если так крольчиха, ну, как бы была неудавшаяся, ну, плохая мать, ее придется на мясо пустить. На второй заход ее пустим, если опять так же получится, то есть она не родит, опять раскидает, ну, покажет себя, зарекомендует, как плохая мамка. Мы ее утилизируем на мясо,
Ну, вот 7 маленьких девчат, каждая по 5 крольчат, ну, минимум, получится у нас банда. А крольчиху попробую сегодня Саньку позвонить, отвезти ему. Ну, наверное, уже поднадоел. Но вот этот пацан, которого мы привезли, он еще маловат. Сейчас я покажу его, ну, в белом обличье, что ли, при свете. Ну, хотя, наверное, видели. Вылазь. Вот он, заяц, русак. Но он маловат, но в принципе уже не такой маленький, может, и можно ему подкинуть. Я, наверное, сейчас попробую, ребят, чтобы Санька не тревожит. Ну, как бы, если получится, получится. Ну, нет, нет, ничего ж не теряем. И будет счастье. Сейчас попробуем. Как взрослый, уже свой крол есть. Ну, самка, конечно, мощная. Только толку. Крольчат она. Оп. Победит ли он ее? Вопрос. А ну, заходи. Блин, сказал, 5 крольчат было. Вчера темно было, ночь. Вот он, 6-й. Ой. Так бы хорошо было, если родились все темненькие, классненькие. Мамка, блин, если так можно ее назвать. У нас просто вот вчера я нашел этих крольчат. Ну, как бы, ну, вечером уже. А до этого вечером, ну, салют тут бахкал. То есть, возможно, просто из-за салюта это все. Ух ты, маленький да удаленький. Красавчик. Есть. Ха! Все, Санька, значит, больше не тревожим. Ну, уже вроде как работоспособный этот чудо-кролл. Супер. Теперь будем плодить, плодить и еще раз плодить. Тогда его ту самку, ну, повторно, через недельку, может, ну, попробовать. Типа беременна, не беременна, она еще раз подпустим. Что-то еще хотел сказать. А, ребят, сегодня с утра, показывать не стал, сходил в бюро занятости, отметился, все хорошо. Продлили выплаты денежного довольствия. Так что продолжаем жить и радоваться. Вот. Пока Иришка отбежала, в магазин пошла, я успею снять маленькое видео, из-за чего у нас произошел грандиозный скандал. Вчера, ну, полдня припирались, как бы. Расковырял стенку я, сейчас покажу. То есть вот для телевизора провод провел до интернета, обои потер, ну, все как положено, я ж могу, чуть-чуть изувечил. И факт тот, что когда сверлил, ну, вот сюда на красюльке вот эти Иришкины как-то там что-то посыпалось. Это была паника, это я был враг народа, это я не отодвинул хорошо, это я не накрыл, это нафиг я вообще делал. Ну, такая катаклизма получилась. Но зато теперь телевизор с интернетом, можно на телевизоре смотреть YouTube, можно на телевизоре смотреть ну, видеофильмы, как бы я там не знаю, ну, Smart TV. До этого у нас Wi-Fi постоянно как отваливался, он отключался, поэтому мы этим, в принципе, не пользовался. Не пользовались. Сейчас смачный, жирный огонь, а не телевизор. Но пришлось пройти через эту катаклизму тыщ-тыщ-тыщ-тыщ мозговыносительство. Ну, сейчас уже чуть подуспокоилось. Но это цена, которую я должен был заплатить за интернет в телевизоре. Вот. Ну, это тоже маленькая новость. Теперь телевизор у нас с интернетом, и теперь вы об этом тоже знаете. Ну вот, на этом, ребятки, наверное, и все. Наше это сегодняшнее видео подошло к концу. Попытался скомпоновать эти все новости воедино, ну, чтобы обобщить и больше этой темы не касаться. Вот.
Блин, что-то про шарлотку, смотрю, видео не зашло вообще. Видать, потому что всегда, когда мы готовим, шарлотка, шарлотка, шарлотка. Фигня, лучше не повторяться. Ну, хотя видео, как на мой взгляд, совсем другого плана. Ну, как-то по-другому получилось. Ну, ладно, не суть. Нет, так нет. Не бывает шарлотки. Ладно, ребятки, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Как всегда, вы лучше. С самыми добрыми и пушистыми пожеланиями ваш адрес. Вы супер, ребят. Спасибо. Я не знаю, вытерпел ли я бы себя вот так смотреть столько. Ну, люди есть подписаны год, больше смотрят, держатся. Психика выдерживает, что не сказано, радует. Фух, значит, мы не совсем потеряны для этого общества. Ну, что-то можно как-то смотреть, выдержать. Спасибо, ребят. Еще раз огромное. Всем пока. Да. Всем пока, да. До новых встреч, ребят. Надеемся, увидимся очень-очень скоро. Пока.